Сейчас откроем, польем тоже. И все там, да? Ну, все уголь делать. О, сейчас посмотрю. Посмотрю, да. Ладно, гамма. Дай кузы, дай кузы. Агей, эй, айк, дай кузы. Укинен, укинен, моди, моди. На кукурузу ты сел, на кукурузу сел. Загрузку подай. Давай отойди, давай, давай. Вот такие вот пироги, ребята. Ну, то, что видео оборвалось, вы, наверное, догадались, в чем дело. Наводчик, как всегда, задел за сеточку. Наводчик, как всегда, задел за сетку. И вот, значит, что я сделал, ребята. Значит, ту, которая продолжается, я его нахер убрал, а эту заглушил просто. Ну, я заглушку поставил там и все. Поняли, да? Вот так вот. А сейчас собираюсь показать, ребята, значит, черный кузнечик, что может сделать кукурузы. Сейчас ищу я кукурузочку. Вот одна, допустим, попробуем. Это его рук дело или нет? Попробуем. Его рук дело, ребята. Сейчас незаметно сильно, но... Ну. Вот здесь видно, что он отрезал, перерезал корень. Эта кукуруза уже не вырастет, естественно, это уже херня. Во второй посмотрим, ребята. Черный кузнечик, что творит. Вот, пожалуйста, ребята. Видели? Вот он. Корень. Вот. Здесь срезает и все нахер. Поняли, да? Вот тебе черный кузнечик, блин. Вот тебе черный кузнечик. Хорошо, ребята, что он не жрет картошку, блин. Вот покажу, какая у нас рассада еще с помидорчиков. Вот такие малюсенькие еще. Вот на земле еле заметно их. Вот смотрите, видите, да, вот она. Вот. Вот и перчики такие же, вот капуста. Вот наводчик, ну... Наводчик больше всех растет. Видите, да? Наводчик! Наводчик растет больше всех, блин. Плохо его кушать нельзя. Ну, сейчас я не зря тут пришел. Хочу картошку попробовать. Ребята, картошку. Смотрим. Картошку вымыло. Вот. Раз, два. Ну, я как-то подлезу к ним. Подлезу, залезу, перелезу и будем хавать будем. О, ребят, посмотрите на картошку, блин, вообще. Смотрите, здесь другая посажена, там другая. Заметно, да, ребята? Естественно, заметно. Естественно. Она сама просочится, авто, сама просочится, авто. Я хочу картошку достать. Умный чай, блин. Ой. Сейчас, попробуешь картошку? Картошку попробуешь? А? Нет? Он говорит, зубов нету, ребята. Ну что, не знаю, попробуем. Ребята, ну я пробовал картошку. Естественно, лучше с солью или сахаром на крайняк. А лучше жареную, ребята, или сваренную. Но у нас картошку, ребята, дети едят вообще
Без всего, когда они маленькие. Ну, не знаю, что они в нем находят. Ну, херня какая-то. Ну, все, ребят, пока-пока. Вот такие вот пироги. Вот. Вода всемогущая. Что достал? А? Не надо, там надо. Она оттуда будет туда просачиваться. Что не будет, он до конца пускай просочится. Ну давайте, ребята, вот такие пироги вот.